Всем привет, мы продолжаем играть в Far Cry 3. В прошлой миссии мы тут немножко пошалили, просто немножечко пошалили, да. Что я буду делать в этой серии? Сейчас я придумаю. Я думаю, что, наверное, стоит начать нам все-таки сюжетную линию, вот это вот текущее задание у меня есть. Но перед этим я возьму эту радиовышку, ну, потому что, ну, чтобы карту вообще открыть. Что я как лох с закрытой карты. И да, и будем по сюжетной линии идти. Так, что тут где-то вот вот контейнер я возьму и поедем. Ай, да, стоп, пробел, забраться, давай. На лодочке мы проедем немножечко, давай, удерживайте Е для использования. Да, ну поехали. Так, а как нам ехать туда лучше? Ага, вот я понял, вот так вот. Да, ну кстати, этот катер, он такой большой и немножечко, ну, неповоротлив. Так, ну зато он довольно-таки быстрый, и у него есть место для стрелка. Что, в принципе, неплохо. Пока что оно мне не сильно надо, но вскоре понадобится. Так, можно теперь выходить. Катер сам докатится. Ага. Есть. Так, что у меня? У меня есть, кстати, оружие. У меня вот это вот автомат мой. Дробовик. Кстати, надо бы на него обвес купить. Увеличить магазин. И вот эта снайперская винтовка, которая типа самая крутая, которую я проапгрейдил, но походу я ошибался. Это не самая крутая. Там в игре будет еще круче, потому что я помню, как я играл раньше на пиратке со снайперской. Там та вообще земля и небо по сравнению с этой. Это какая-то, ну, действительно немножечко дношная. Так, ну я бегу на эту радиовышку. Надо же нам ее открыть. Так, я заберусь, если я напрямую пойду. Так, а что тут могут, кстати, быть эти ребята? Это кто? А, комодский варан. Но они типа хищные, они на меня, если что, они нападут, конечно. Поэтому к ним не надо сесть слишком близко подходить. Ага, окей. Что? Ну ничего, тут все нормально, тут все тихо. Какой-то попугай какой-то. Попугай. Вы никогда не задумывались над этим словом попугай? Что это? Где-то тут варан? По-моему, да. Ну где-то тут, но я не вижу где забраться. Ага. Там я кто-то коцнул, да? А вот он, вот он. Просто я слышу звуки, что он где-то есть. Так вот, над словом попугай. Вы никогда не задумывались? Попугай. Это что, корень слова, ну, испуг, испугай, попугай. Что это за попугай? Какое-то дурацкое слово. Попугай. Так, я тут, почему я иду немного, ну, не очень быстро, потому что я смотрю, где тут могут быть еще эти, типа, контейнеры. Контейнеры, потому что они могут быть на каком-то уровне этой радиовышки, могут быть контейнеры. Окей, давай забраться. Надо бы мне, кстати, сделать еще этот снадобье, чтобы получить, ну вот, у меня 2 из 3 сейчас жизни. А, вот, чуть-чуть, я туплю. 2 из 3, надо мне сделать снадобье, чтобы были все 3. Где-то меня коцнул. Хотя, в принципе, оно не критически. Я одну палочку потеряю, снадобье заюзаю, и у меня будут все 3. Так, все, да, значит, можем открывать. Давай. Забираем вышку. Достопримечательности. Показали нам, понятно. Вон там аванпост.
Радиовышка 4 из 18. Ага, ну то есть, в принципе, их не так уж-то и много этих. Но, ага, в магазине вот новый автомат, новый дробовик. Ага, и открыто новое здание для этой местности. Хорошо. Так, вот туда мне надо. Вот туда мне надо. Хорошо, если туда мне надо, значит, я вот спущусь по вот этой вот. По вот этой вот. Есть. Комодский варан далеко. Значит, все хорошо. Можно тут взять контейнер. Есть. Ага. Как бы мне туда попасть? Тут я могу немножечко разбиться, если я так отсюда спрыгну. А вот есть лиана. Замечательно. Я по ней спущусь. Отпускается он, ну, как по лестнице, да? Практически, то есть вот скользит. Хорошо. Так, дальше что? Ой-ой-ой, ну ладно, давай. Тут мы сможем, в принципе, съехать. Тут же не очень большой спуск. Да, съехали. Удачно. Теперь пошаримся. Что у них тут? Кто у них тут? Вон, есть один. Вот еще один, вот еще один. Можно их, в принципе, уже начинать снимать. Да, отсюда. Хорошая точка снайперская. Ага, вот там вот еще два. И вроде все, да, больше тут никого нету. Больше никого нету? Но я, по крайней мере больше никого не вижу. Тут как? Они не должны заюзать... сигнализацию. И это понятно. Ну вот самый дальний он стоит, поэтому я, наверное, с него начну. Они меня все равно отсюда не спалят. Я надеюсь. Я надеюсь, что не спалят. Ну вот, да, не очень большой зум. Нет, нет, не буду я их отсюда убивать. Хотя, в принципе, очень неплохо было бы. Очень неплохо, что объявление какое-то. Окей. Ну вот этот отдаленно тоже стоит. Попробую с него. Так, я чуть-чуть подсунусь к экрану, чтобы точно попасть. Так, стой. Что ты мечешься, чувак? Встань на месте. Вот, встал. Задержать дыхание. Есть, один. Замечательно. Одного уже нету. Это уже хорошо. Так. Вот этот дальний, он сам стоит одинокий, поэтому его тоже можно снять. Потому что если я убью этого, там, или этого, они типа друг друга, ну, они следят друг за другом. Они поймут, что что-то не так. Так, вот ты стой. Сейчас он подергается. Все, подергался. Так. Есть. Он же убился, да, убился. Замечательно. Да, замечательно. Значит, я иду, короче, дальше. Просто почему я отсюда убивал? Если я подойду там близко, то они начнут меня потихонечку палить, замечать, скажем так. Вот если я этого, если убью. Ну, хотя... Хотя, в принципе, могу этого убить. Да, я, наверное, этого убью. Так, задержи дыхание. Есть. Никто пока ничего не спалил. И вот это. Ну, это какой-то он более одетый. Может, у него броня. Может, я его с одного выстрела не убью. Поэтому, ладно, не буду дергать. Ну, я говорю, что я еще не очень там все вспомнил, как в этом Far Cry. Окей. Идем тогда к той точке, которую нам назначили. Возможно, нам с нее будет удобнее их расстрелять. Да, нет. Чайки. Вот лагерь. Ищем сигнализацию. Ну, сигнализация, вот она находится. Где она находится? Вот тут на столбе. Вон. Вот там вот сигнализация на столбе находится. Ага. Хорошо. Отключите сигнализацию, чтобы не поднялась тревога. Да, без проблем. Так, стоп. Давай. Есть.
Я думаю, что для начала надо бы вот этого вот снять, который сидит тут без дела. Новое учебное задание, а ну давай, что? Вот. Ну вот, понятно. А, вот, вот еще один типочек. Враги используют сигнализацию, чтобы не поднялась, ну, чтобы поднять тревогу и приехали им на подмогу. Логично. Логично. Ага, тут кто-то еще есть, да? Вот это вот он. Да. В машине что-то ковыряется. Если мы отключим сигнализацию, то они просто, ну, не смогут подкрепление вызвать. Я понял, его лучше обойти вот с этой стороны. Вот так вот. За домом я его обойду, что ли, да? Чтобы включить сигнализацию. Но мы поймем, когда они захотят включить сигнализацию. Они просто истерически побегут к ней. Окей. Ну, я почему делаю так? Я, может быть, немного дотошно это все делаю, но просто я хочу это сделать красиво и хочу... Воу-воу-воу, чуть не спалил. Хочу сделать, ну, реально, вот эти... Полный стелс, типа. Ну, вот я жду, пока этот типочек уйдет куда-то туда, он там где-то тусовался, чтобы убить этого. Но не хочет он отсюда уходить. Не хочет. Ладно, хорошо, не хочет так, как хочет. Что же делать? Подождать? Или попробовать так? Ну так нет, так мне кажется, меня спалят. Но он же уходил куда-то вправо совсем, где-то вот, вот там вот вообще стоял, тусовался. Да, наверное, мне это показалось. Ладно. Ладно, 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 тогда я начну все-таки с того типочка, который вон сидит там, что-то в носу ковыряется. О-о-о-о-о-о, вот, нормально. Вот. Могу пробежать, могу пока что пробежать. Есть, теперь опять сидя. И вот этого мы сейчас... Ага, нас тут не видно. Это замечательно, что нас не видно. Один есть. Хорошо. Теперь нам надо убить того и отключить сигнализацию. И, в принципе, тогда уже можно более или менее рисковать. Даже если нас заметят, то не будет подмоги. Что нам, собственно, оно и надо. Нахуй эту жару! Ага, вон, там типочек пошел, услышал какие-то шумы, и он пошел сейчас обнаружить труп. Он сейчас обнаружит труп, поэтому мне надо можно быстрее выключить сигнализацию. Подкрепления не будет. Вот, вот, я вот так вот его сейчас убью. Давай, встань просто. Встань. Найди того, кто это сделал. Ой-ой-ой-ой, давай. Да что такое? У-у-у-у! Короче, да. Мне немножечко совсем не повезло. Совсем немножечко не повезло. Меня спалили, но это не страшно. Да. Вот. Это не очень страшно. Потому что сигнализацию я уже отключил. Это самое основное. Так. Воу. Но остался один. Я его отсюда... Так, стоп, 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 не пали меня. Не пали меня. Вот, он с одного патрона не умирает, да, поэтому это хорошо, что я его не начал убивать. Все, тут их больше нету. Их тут больше нету. Что, пошариться по ящикам? Я... Нет, потом я буду шариться, поэтому... Заходим. Так, стоп, стоп, стоп. Заходим и сюда. Ага. Ого, да. Много. Что, мы можем тут взять, кстати, боеприпасы, если мы видим такую штуку, значит, мы там можем пополнить боеприпасы. Ага, гранаты, значит, у нас все по максимуму. Ой-ой-ой-ой-ой!
Это я, короче, очень невнимательно сделал. Я поставил, и я не знал, что будет 15 секунд всего, чтобы отсюда убежать. Так, ребят, мне пофиг, пофиг, пофиг. Вы там что-то решаете между собой. Да. Ого, ого. Так, ну, короче, да, теперь мне надо просто бежать. Просто беги, 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 беги. Это, конечно, не Outlast. Так, вот. Привет. Где ты? Я же тебя только что видел. Ага, машины. Они меня не заметили как-то. Почему они меня не заметили? Вот, а теперь они меня заметили. Где он? Где? А, вот ты где. Воу, ты чего? И там еще, ну ладно. А где там? А тут уже я их не вижу. Ну ладно, я не буду с ними заморачиваться, да, я просто от них, короче, убегу. Потому что это долго с ними выяснять отношения. Бежим, бежим, бежим вперед. Волос назад. Все. Квест засчитался. Отлично сработано. Теперь расскажи про своих друзей. По рации сказали, что вас снимает видео с ними в ПБ. 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 Пиратская бухта. Мы называем ее закатной бухтой. Это одна из их тюрем. Понял. Помни, Джейсон. Сила, что ты черпаешь из пути, поможет победить. Понятно. Налет на тюрьму. Так, хорошо, что у нас, смотрим на карту. Что у нас тут есть? Вот это вот, кстати, испытание Ракьят. Это испытание Ракьят. Хорошо, я думаю, что мне также надо захватить вот этот вот форпост, чтобы он мне больше не маячил мне глаза. Так, стоп, стоп, стоп. Что у меня тут близко находится? Непонятно, что близко. А, вот сюда. Я, короче, сюда телепортнусь. Ну, быстрое перемещение. Я продам всякий хлам, что у меня есть в рюкзаке. Я пополню патроны. Хотя, блин, я только что же их пополнял. Ну, ладно. И там просто как раз тоже близко будет, ну, новое учебное задание. Вот, чтобы миссия, ради вышки, грядущая награда. Понятно. Воу, идет подключение к серверам, что-то там с интернетом, да, или непонятно. Быстрая продажа. Давай, мы продадим все. Потом я боеприпасы. А, боеприпасы, да, вот, все есть. Все боеприпасы есть. Но это пока что. Мне надо перезарядить свою снайперскую винтовку. Скорее всего. Да? Нет? Все нормально? Хорошо. Сейчас я еще раз зайду. Я попробую, наверное, на этот, на дробовик какую-то обвес куплю, если мне денег хватит. На всякий случай. Потому что меня действительно смущает экипирование. А, на него нет обвеса, это самый дношный. А, на этот уже есть. Тогда я этот одену. Да, он как-то помощнее, на него есть обвес. Вместо вот этого, да. И изменить обвес. Ночной прицел. Прицел. Просто магазин. Ну, я думаю, что... Магазин просто я куплю на него. Да. Вот, вот так вот. И что, у меня же еще в сумках полно всяких шкур. Я думаю, что я могу что-то из этих шкур наделать. Да, да, я понял, там мне показывают всякие навыки. Кстати, а, у меня уже 4 навыка. Хорошо, я их потом раскидаю. Это сейчас предметы. Чехлы, ага, ничего не могу сделать. То, что я могу делать, оно мне будет писаться беленьким. Да, сделали чехлы. Колчаны для стрел могу делать. Да, могу сделать колчан для стрел. Тут больше пока ничего не могу. Шкура козла. Ну ладно. И навыки. Теперь я раскидаю навыки. Убийство ударом сверху. Понятно. Твердая рука. Точнее, стрелять. Хорошо, это я помню. Просто я смотрю, что мне пока что надо. Ага, это мне тут ничего не надо. 2 раза больше ингредиентов с растений. Я думаю, это мне понадобится. Я буду, ну, собрал цветочек, получил 2. На 25 быстрее в воде нет. А, ну это у меня уже есть. Да, это у меня есть.
Вот, перезарядка на бегу. Я думаю, то, что тоже это мне будет полезно. И тогда вот тут я... навскидку... нет, фармацевт. На 25 дольше. Ладно, давай на 25 дольше. И твердая рука, либо убийство сверху. Убийство сверху я возьму. Все, я понял. Вот, вот так это выглядит. Я понял, хорошо, все. Новая Татау. И значит, сейчас мы идем вот на карте форпост. Вот этот вот форпост. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не тут, что-то я туплю. Вот этот вот форпост. Я поеду на скутере. На скутере, да. К тому форпосту. Форпост, аванпост. Как их... Я не знаю, как я их только уже не называл. Смысл один и тот же. Он находится там, значит, но мне будет удобно, если я с этой стороны к нему подойду. Расширенный магазин. Точно так же, 6 патронов в дробовике. Смысл вообще от этого непонятный. Ну, просто вот я взял дробовик в руки. 6 патронов. Вот. В принципе, столько же и было. Ага, снайпер. Вот, я уже вижу снайпера. Я, наверное, его сразу же и сниму, потому что он мне не нравится. Потому что он мне не нравится. Давай. Все, вот. Ага, и пацаны что-то там, короче, уже заподозрили. Воу! Воу-воу-воу-воу. А вы там-то чего? Ну ладно. Пусть себе там стоят. Они там охраняют кого-то, чего-то. Вот, два типочка. Ну это хорошо, что они повыбегали. Я хотя бы их теперь могу всех обозначить. Я их всех вижу, сколько их там вообще. Я прячусь, что ты? Хочешь в прятки поиграть? Да, да, хочу. Ладно. Тогда берем и начнем убивать с последнего, да? Блин, неужели потерял? Вот сука. Потому что... А, вон там еще один. Вот, обозначился. Хорошо. Я чувствую, это неплохо, должен признать. Ну как бы, ну давай, ладно, с тебя начнем. Теперь ты. Воу, 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 воу. Почти спалили, почти спалили. Вот сейчас он где-то вот тут вот. Ага. Ой, 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 тигр. Вон там тигр. А вот тут уже типочек. Там тигр, а тут типочек. Значит, мне надо будет делать выбор. Либо на тигра попасть, либо на типочка. Есть. Ага, вот. И тут еще вот типочек стоит. Воу-воу-воу. Есть. Ага. Все, то есть я форпост взял. Так, неожиданно. А эти типочки так... А, все, эти типочки пропали. Так, теперь мне надо тигр, 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 тигр. Ага, это какой-то буйвол, кстати. Совсем... Наверняка мне надо будет кожа буйвола. Наверняка. Наверняка мне надо будет кожа буйвола. Поэтому я в них чуть-чуть постреляю. Пока есть возможность их убить, почему бы их не убить? Да, боже, какой ты живучий! Чувак, что с тобой? Сколько ты можешь жить? Вот, наконец-то, хоть одного убил. Так, теперь вы, ребят. Раз. Мне интересно, сколько их надо патрона? Два. Три. Блин.
4. Серьезно? 5. Все, у меня просто закончились патроны в. Так, берем шкуру. Есть. Теперь что? Ага, там походу тигр столкнулся с теми ребятами. С моими. Да? Ну хорошо, тогда я иду, занимаю форпост. И что? Я, наверное, на этом серию закончу. Вот, опять я слышу тигра. А, вот тигр. Тигр напал на этого... Непонятно, кто это. Ой-ой-ой, ну ладно, давай отсюда спустимся. Это типа буйвол, да? Назовем его буйвол. Я не знаю, как его еще назвать. Скорее всего, это буйвол. Ой-ой-ой-ой, а, хух. Хух, я думал, тигр тут. А, тигр тут в клетке у них. Ну, его надо было бы, конечно, убить. Точнее, не убить, а выпустить. Когда там, ну и так неплохо все сложилось, поэтому в этом нет необходимости. Что тут нету ничего, только вот тут вот где-то мне показывается. Что? Я. Ну конечно ты. Где вот контейнер, вот аптечка какая-то, да, патроны, телек. Ноутбука с карточкой тут нету. Что быстрая продажа и есть всего лишь одно. Ну все, да, я тогда на этом закончу эту серию, да. Всем вам спасибо за просмотр, увидимся в следующей серии, всем пока.